Бортников объявил войну страйкболистам из АК-47 и пистолета Макарова. Все из-за незаконного использования товарных знаков концерна. Оружейники оценили ущерб от этого нарушения в 2 миллиона рублей. Но сами предприниматели считают, что это прямое давление на них. Насколько мне известно, это не единичная претензия. Эту претензию вместе со мной, то есть я ее получил в числе первых, вместе со мной ее получили многие наши партнеры, некоторые наши конкуренты на интернет-рынке. И насколько мне известно от людей, общающихся с руководством концерна, что это серьезная стратегическая такая вот инициатива, направленная на подавление мелкого бизнеса. По словам бизнесмена, представители концерна с трудом идут на диалог, хотя сами страйкболисты не против выкупить права на использование брендов. Естественно, за приемлемую цену. Но если мирно договориться не получится, видимо, Калашникову придется обращаться в суд. В то же время, может быть, еще одна причина для такого давления. Лайфу стало известно, что концерн самостоятельно планирует войти в игровую индустрию, выпустив собственный страйкбольный привод. Арбитражных исков я пока не знаю.